В армии Израиля сейчас призвали мирных жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. Тем временем Хамас объявил сегодняшний день днем всемирного джихада. Также вот есть информация о том, что пропалестинский митинг в Париже уже разогнали светоточивым газом и водометами. По вашему мнению, что происходит на сегодняшний день в Израиле, кто за этим стоит и какая была цель Хамаса? Знаете, я уже несколько раз за прошедшие дни выступал в украинских СМИ, более подробно об этом рассказывал. Я сейчас постараюсь подвести итоги. Дело в том, что последние 8 месяцев я практически в каждом выступлении говорю, мы в ожидании или в преддверии большой ближневосточной войны. Вот она начинается. Так скажем, лакмусовой бумажкой или вот этим фитилем большой ближневосточной войны возможно было только с государством Израиль, потому что другой альтернативы не было. Для чего? Для того, чтобы всколыхнулся исламский мир и через израильский конфликт войти, значит, в план децентрализации Ирана. То есть Израиль и Палестина – это приманка, конечная жертва – это Иран. В данном случае то, что происходит на территории Израиля и Палестины, я считаю, что обоюдное разогревание котла для того, чтобы это переросло из, так скажем, противостояния двух сторон в многосторонний конфликт. Ведь посмотрите, американские высокопоставленные лица, господин Блинкен, сегодня министр обороны Милли, они зачистили в Израиль, они туда отправляют свои корабли, присоединилась Великобритания. Все это о чем говорит? И они все трубят в одну дудочку, что мы не допустим большой ближневосточной войны. Мы сделаем все, чтобы конфликт не разгорелся и не разошелся по странам региона. Почему? Дело в том, что мы сейчас видим те митинги, которые проходят в Европе. В Великобритании, во Франции, в Германии, в поддержку Палестины. Там уже начались внутренние противоречия с детьми-мусульманами, с детьми-евреями, учащимися в одной школе. И правительство разных стран в каких-то локальных местах ограничивает образование или пытается создать, так скажем, не зоны конфликтные. Посмотрите, что сделал Катар. Он заявил вчера, что если Европа не повлияет на Израиль, и не приложит усилия к миру и вот этому стирание с лица газа со стороны Израиля, то он прекратит поставлять газ в Европу, и вы зимой замерзнете. Многие скажут, да, Катар деньги потеряет. Но вопрос в том, что Катар деньги потеряет, но рынки есть. Она знает, куда их сдавать. И у нее не трубопроводная политика, как у России и Европы. Она все продает путем там, значит, сжиженного газа кораблями. Какая ей разница, в Европу отправлять или в Китай? Там, конечно, дисконт будет большой, деньги потеряют, но это не ущерб, так скажем, национальным интересам Катара. О чем я? Вчера на странице господина Блинкена было опубликовано, что со вчерашней второй половины дня и сегодняшний день он объездит 6 государств Ближнего Востока. Мы с вами видим, что начинается процесс формирования 1 200 000 000 мусульман и маленького Израиля, в окружении которых он живет, формирование глобальной политики, называемой глобальный юг. Мои коллеги, израильтяне, разные национальности, в том числе евреи, которым я 2 года все время повторял, ребята, к вам придет война, нужно сесть за стол и вернуться к договору при посредничестве ООН от 1967 года о разграничении границ, создании 2 государств на этой территории. Почему? Дело в том, что когда прошел процесс изгнания евреев из Европы, те радикалы, те фашисты, которые свои идеи и убеждения базировали на национализме или ненависти, расовой ненависти к евреям, они говорили, теперь Европа отдохнет от евреев. Мусульмане, другая сторона, которая, в принципе, на данном этапе, если их не будут сталкивать извне, они признают право еврейского народа на государство, они признают право на Иерусалим, и они предлагают создать 2 государства. То есть право еврейского народа на государство, мусульмане, я имею в виду весь исламский мир, начиная от Саудовской Аравии, Турции, я говорю о лидерах, они это право признают и пропагандируют. Вопрос. Есть сейчас исторический шанс перестать быть игрушкой в руках иностранных держав, остановить эту войну, заключить договор, признанный всеми,
начиная от Вашингтона, заканчивая Саудовской Аравией, границ 1967 года. Если этого не сделают, как в украинской войне, появятся бенефициары Вашингтон, Париж, Лондон, которые будут, с одной стороны, стравливать Иерусалим или Тель-Авив, с другой стороны, будут стравливать палестинскую автономию. Почему? За один год, вся разведка говорит, организация «Хамас» очень профессионально подготовилась к этой операции. Она технически была вооружена, ее не вооружали ни Россия, как у вас заблуждается. Россия сама сейчас не знает, что делать. Почему? Переформатирование Ближнего Востока захватит ее южные рубежи. Это большой Ближний Восток, куда включены и южные рубежи Российской Федерации. Она сама сейчас не знает, какую политику проводить. Это рефлексы сохранения конфликтности, но чтобы оно не приближалось к границам Российской Федерации. Вашингтон не знает, что делать, поэтому он рефлексорно, в соответствии с соглашением, отправил туда военные корабли. Если Израиль 30 дней будет проводить военные действия, экономика Израиля рухнет, Израиль будет так же, как Украина, стоять, просить и деньги, и вооружение из США для продолжения войны. У нее этих ресурсов нет. И мои коллеги в Израиле, и мой друг Эмиль Красильщиков, они прекрасно об этом осведомлены. И мне часто говорят, мы, говорит, 10 дней не выдержим эту войну. Я о чем говорю? Идет вопрос истощения двух сторон. Идет вопрос внедрения в эту, так скажем, войну для модерации под себя. Но войну затеяли люди, о которых ни Америка, ни Россия, ни Париж, условно говоря, с которыми они не могут справиться. Почему? 500 лет Восток был вотчиной Англии. Самые лучшие произведения научно-исследовательские, аналитические по Востоку находятся в английских архивах, в английских университетах. И эту операцию со знанием Востока могли провести только очень умные, талантливые, грамотные люди, а это англичане. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Война – это плохо. Смерть солдата, я не говорю ребенка, это уже преступление. А уже не говорю о гражданском населении. Поэтому эта война, дорогая Евгения, она закончится переформатированием Востока, если они не остановятся. А переформатирование Востока – это означает fail state государства арабского мира, маленькие, Оман, Бахрейн, Катар, они потеряют свой суверенитет. Они станут частью большой глобального юга. Вот что будет с израильтянами? Как говорил Гитлер, окончательное решение еврейского вопроса, исход евреев из Израиля или все-таки разум возобладает и право на Иерусалим, право на религиозные, так скажем, святые места и мусульмане, и христиане православные, и, естественно, иудеи сохранят. Здесь мы с вами можем только призывать людей к разуму, потому что альтернатива это исход евреев, потеря государственности Израиля, потеря суверенитета многих маленьких арабских государств и формирование нового мусульманского глобального юга или панрегиона. А мир они делят на четыре части. Западный панрегион, восточный панрегион, северный панрегион и южный панрегион. Вот идет процесс формирования южного панрегиона.